Нам, как и в предыдущей игре, конечно, не хватило сил в конце. Это все закономерно, потому что мы играем с командами теми, которые уже чемпионат на месяц ближе, чем у нас. И пропускаем эти мячи, которые от усталости игрокам еще физических кондиций не хватает на сегодняшний момент. Но сбор, который был, этот, мы его выполнили в целом. Всю работу, которая она достаточно сложная и тяжелая. Игры в этот период тоже были с очень хорошими командами. И было напряжение для игроков. Поэтому все так оцениваю с положительной стороны. Много смотрели молодых игроков. Сыграл на центральном защитнике много матчей наш Иван Лапшов. Значит, тоже хорошая информация, для него хорошая, с таким соперником для него хорошая школа. Но еще работы очень много. Работы много. И как в оборонительных действиях, так и в атакующих. На позиции центрального защитника также Дима Баринов сыграл, казалось бы, в своей непривычной позиции. Можете охарактеризовать и его игру, и почему он сегодня не оказался на поле, хотя изначально был в стартовом составе? Ну, во-первых, он на разминке почувствовал такой мышечный дискомфорт, поэтому не стали рисковать, просто не поставили его и поменяли его на Галанина. Вот и все. На первом сборе многие футболисты пропускали те или иные матчи, чтобы не рисковать, не усугублять какие-то небольшие повреждения. Не беспокоит ли вас этот момент и правильно ожидать на втором сборе, что все вернутся в общий строй? Ну, мы надеемся. Травмы – это часть работы, часть футбола. Если есть травмы, должны выйти другие игроки и играть. Но, наверное, все-таки не совсем такие равноценные замены происходит. Но от травмы, от них никуда не денешься. Это сборы идут и часть жизни футбольной. А в начале сбора вы сказали о том, что каждый футболист должен стать лучше, чтобы команда стала лучше. Как вы считаете, работает ли ваш посыл? Стараются ли ребята? Вот... К работе нет никаких претензий. И ту работу, которую за эти 12 дней мы провели, они хорошо работали, и никаких вопросов нет. Я думаю, что это в дальнейшем скажется в лучшую сторону.